только Боже мне верны. Всякие преграды удалю, а литура на реке Джандар и поставлю свою охрану, свою защиту над каждым. Дети, прибудьте в согласии. Прибудьте, дети, Алэрибедрикинчан, Торкурмана Рекетея, Майджайсан, Айтурена, Рекетерекисан, Торгурманара, Гурманара. Еще не то будет. Еще не то увидите, дети. Но когда вы будете в согласии, когда вы будете вместе, и главное, когда вы будете меня чтить и прославлять. Славьте, славьте вашего Христа. Славьте вашего Господа, и вы увидите, дети, что буду производить я. Будет великая охрана моя, так говорит Дух Святой, так говорит Господь Бог твой народ. Я буду разрушать всякие дела врага над вами и домами вашими, и буду вас хранить, дети. А вы прибудьте в единодушии, в согласии, в мире и любви. На реки Турахасантар, на реки Нчантар, Гормана реке Терекесанара, Майджигинара, Майджигинара, Ларабадарахаликетера, Лареки Нчантар, Гормана Рабадарикетера. И никому не разглашайте, дети, никому не разглашайте, кому вы пришли, как вы молились. Что вы делали? Разглашению не разглашайте. А ликитера поводу врагу не давайте, дети. Халарамаджан туркурмана ликитера. Тайно собирайтесь, ибо наступает время. Враг усилит слежку, усилит за такими, как вы. А лебеди ликитера, ибо врагу не угодно это, и врагу не нужно это, чтобы вы собирались, и чтобы вы пребывали единодушно со мной, Алэрбичаптур Гормен Рикеттера. Ему это не схоже, ему это не ухоже, ему это не нужно, Алэрбатаркен Рикетчата, Байджантар Кирманар. Дети, где много народа, там и много разногласия. Вы этого не допускайте, чтобы между вами в малых форточках были разногласия. Старайтесь всеми своими силами, которые даю я вам. Старайтесь быть единодушны. Старайтесь, дети, как дни апостольские, аларики кайстеренарибедрикинчата, маджигинара, учитесь на ошибках других детей и не совершайте таковых. Не совершайте ошибок, ибо за ошибки всегда приходит расплата, а расплата бывает по-всякому. Алитура на рекинджандр, алитурики сантар, хайбада, хайбата. И когда сходитесь, молитесь друг за друга, молитесь, укрепляйтесь в слове моем, читайте слово и молитесь, читайте слово и молитесь, дети, чтобы враг не разрушил дело моего и не навредил делу моему. А там, где сходится верный народ, там и дело может либо укрепиться, либо разрушиться. Но если вы поступаете по слову моему, дети, там не разрушит враг, там не будет его сила в присутствии Аларабичатар, Каймана Рекетара, Мархайсантур, Курманара. Там будет моя сила, и мое будет управление. Аминь. Слава тебе, Отец Господи, за твое слово.